Городские службы в оперативном режиме устраняют последствия непогоды в дальневосточной столице. Мониторинг ситуации ведется в круглосуточном режиме. Как сообщили в управлении дорог, в городе выпало 82 миллиметра осадков. В связи с высокой интенсивностью дождя в некоторых местах не удалось избежать подтоплений. В низинных местах заранее были прочищены ливневки и открыты колодцы для более быстрого схода воды. В штабе содержания городских территорий сообщили, что мониторинг ситуации в городе продолжается в круглосуточном режиме. Ожидается возможное понижение температуры и снег. В любой момент к уборке снега готовы приступить 212 единиц техники.